Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 553. Нужно, используя результаты предыдущего задания, составить уравнение и найти стороны, зная, что периметр треугольника ABC равен. Пункт А 68 сантиметров. И давайте вспомним, о чем было задание 552. В задании 552 нам нужно было записать выражение для периметра треугольника ABC, и нужно было это выражение упростить, если пункт А, АБ х сантиметров, BC в два раза больше, чем АБ, и АС на 7 сантиметров меньше, чем BC. Мы получили такие выражения для сторон. АБ – это х, BC – это 2 умноженное на х, а АС – это 2 умноженное на х минус 7. И выражение для периметра мы получили следующее. 5 умноженное на х минус 7. И пункт А 553 задания у нас периметр равен 68 сантиметров. То есть получаем уравнение. 5х минус 7 равняется 68. Решим это уравнение, найдем х. И 5х – это неизвестное уменьшаемое. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, нужно к разности прибавить вычитаемое. Тогда 5 умноженное на х будет 68 плюс 7. Или 5 умноженное на х будет равняться 75. Х – неизвестный множитель. Чтобы его найти, нужно произведение разделить на известный множитель на 5. Х будет равняться 15, то есть сторона АБ у нас будет равняться 15 сантиметрам. Ищем сторону BC. BC это 2 умноженное на х, то есть 2 умноженное на 15 будет равняться 30 сантиметрам. А сторона АС это 2 умноженное на х, то есть 30, минус 7. То есть получаем 23 сантиметра. Пункт Б. В пункте Б мы получили следующее соотношение для сторон, выполняя задание 552. АБ это y сантиметров, BC это 4 умноженное на y сантиметров, и АС это 4 умноженное на y минус 10. И выражение для периметра у нас было следующее. 9y минус 10. В пункте Б у нас в задании 553 периметр равен 197 сантиметров. То есть получаем уравнение 9y минус 10 будет равен 197. 9y это неизвестное уменьшаемое. Чтобы его найти, нужно к разности прибавить вычитаемое. То есть 9y будет равен 207. Y неизвестное, слагаемое, и чтобы его найти, нужно произведение разделить на известное слагаемое. Давайте выполним это деление уголком. 20 делим на 9, берем по 2, получаем 18, вычитаем 2, семерку сносим и берем по 3. 3 на 9 – 27, 27 минус 27 – 0, деление закончили, то есть получили 23. То есть y будет равняться 23. Y – это сторона AB, то есть сторона AB будет равняться 23 сантиметра. Тогда сторона BC – это 4 умноженное на 23, или 92 сантиметра. А сторона АС это 4 умноженное на y, то есть 92 минус еще 10, получаем 82 сантиметра. И выполнили задание 553. А если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.